Городским волонтером может стать любой житель Сочи в возрасте от 16 лет. Ограничений по верхней возрастной планке нет. В Сочи активно развито движение среди представителей серебряного возраста. Волонтерами становятся и жители других городов – Санкт-Петербурга, Мурманска, Ростова, Волгограда и Краснодара. Всего в Сочи предстоит набрать чуть более 1100 человек. Всего на Кубок Конфедерации 2017 года нам нужно набрать более 1000 человек, а если быть точным, более точным, то 1130 человек с учетом резерва. Основные функции городских волонтеров – это, конечно же, создать атмосферу гостеприимства, встречать наших гостей, болельщиков на входных воротах, так называемый аэропорт, ЖД вокзал, организовывать последнюю милю – это то расстояние, которое проходят зрители от ЖД станции до непосредственно места на стадионе. И, конечно же, мы ожидаем, что в 2017 году будет организован фестиваль болельщиков, который будет работать в каждодневном режиме, будет большое количество конкурсов, трансляции матчей, и там тоже, конечно, необходимо большое количество волонтеров. Заявки принимаются до 31 декабря в муниципальном центре развития волонтерства на Советской 26А.